Мы в прямом эфире, и сегодня в нашей команде в Infineye мы проводим важную встречу. Здесь у нас специальный представитель компании Джон, и переводить будет Майя будет переводить нашу встречу. Я сразу сходу, чтобы вас долго не задерживать, передаю микрофон Джону. Он покажет экран и будет делиться важными новостями. So, okay, John, back to you. Hi, Maya. Hi, Alexei. Welcome to all of you. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Майя. Всем добро пожаловать на этот сегодняшний звонок. Thank you so much for taking the time out of your schedule to join us for this webinar. Благодарю всех, что сегодня у вас получилось выйти с нами на связь и присоединиться к этому звонку. So there are many things that I would like to talk about with you, and I know it's late already, so I do not want to keep you long, but we have some very important updates for you, and so I'm excited to share them with you. Сегодня я так понимаю, что мы в разных куточках, в разных кусочках, уголках мира, поэтому не хочу вот долго задерживаться, потому что все-таки время, но тем не менее хочу поделиться с вами важными новостями. But before I get into our updates, Alexei, would you like to please address the audience for a couple of minutes, or would you like to wait till the end? Basically, you want me to... Okay, I can do this. Друзья, добрый день. Еще раз всем привет. Мы начинаем нашу командную встречу компании Infineye. Здесь на сегодняшний день больше 300 человек уже в прямом эфире, люди добавляются. И сегодня встречу проводит Джон, директор по международным продажам. И переводить встречу будет Майя. А сегодня он покажет экран и покажет много интересных новостей, с нами поделится. Поэтому я передаю микрофон обратно Джону. John, so, back to you. Thank you so much, Alexei. So first of all, please forgive me because I did not translate all of this deck into Russian language. Ну, в первую очередь хочу начать с того, что прошу прощения за то, что слайд на английском языке. Мы постараемся делать все возможное, чтобы помочь его понять этот слайд на русском. So if you cannot read this, we're going to talk about Springboard first, and then some general updates. We're going to talk about e-commerce training, e-commerce tools, a strategy for Russia for April, and then autoship and billing information. И в первую очередь, о чем мы сегодня будем говорить, это, конечно же, несколько моментов. Первое, отчетность по Springboard'у. Также у нас есть некоторые обновления в общем. Далее мы будем говорить по поводу тренинга по электронной коммерции. Будем говорить о тех инструментах, которые у нас имеются в электронной коммерции. Дальше мы будем говорить о наших стратегических планах на русском рынке в апреле. И, естественно, по завершении последний момент – это оплата счетов, автошип, то есть непосредственно автоматическое выставление счетов за пользование платформой. Thank you very much. Okay, so the first thing I would like to discuss with you is Springboard. Now, I understand that the Russian market, just like many areas of the Infineye family, were very, very excited about the simplicity of Springboard. И, конечно же, сегодня мы начнем сразу говорить о Springboard'е. И так же, как и на других рынках Infineye, и на русском, на русскоязычном рынке, мы очень воодушевлены тем, насколько простой в пользовании является Springboard. And, you know, we understand that, we understand this because Springboard was a fantastic idea that just grew so quickly that it became impossible for us to scale for everybody. И, к счастью или к сожалению, Springboard очень, это великолепная идея, и
за последнее время она настолько быстро разрослась, что нам стало не просто как бы объяснять, что такое Springboard, насколько это просто она затмила почти все остальные продукты компании. Now we have other concepts that will be coming for you, for the Russian market and for the whole Infinii family, that are going to be just as exciting as the Springboard offering. We've had opportunities to grow and learn as a company, and there is something that we're going to do we've never done before regarding Russia and Springboard. И, конечно же, Springboard — это один из многочисленных продуктов, которые компания предлагает и которые впоследствии выйдут также и на российский рынок. Мы очень воодушевлены тем, что впоследствии мы хотим предложить нашим партнерам. На данный момент хотим конкретно обсудить то, что может предложить Springboard для российского рынка. So as I'm sure that you've heard, many of the Springboard products have sold over the first 90 days. Как вы уже, наверное, слышали, большинство из товаров, которые представлены на Springboard, уже были проданы в течение 90 дней. But if your Springboard items have not sold, но если ваши товары на Springboard не продались, we are going to give you credit for those items so that you no longer have to worry about the money you spent on those products. Если ваши товары не продались на Springboard, мы вернем вам кредиты за эти товары, таким образом вы не будете переживать то, что эти товары не продались. So, the way that you find out if your products have sold or not, you'll simply need to go into your back office, into check history, and you'll have an opportunity to identify whether your product is sold or whether it is still in the Amazon environment waiting to be sold. Каким образом вы можете узнать, продались ваши товары на Springboard или нет? Но в первую очередь вам необходимо зайти в back office, дальше нажать check history, что значит проверить историю. И в этом разделе вы сможете увидеть, проданы ли ваши товары, или они еще находятся в среде Амазона и собираются быть, или и готовы уже к продаже. Now, if your item has not sold, as a company, Infinii will take the responsibility and purchase that item back from you. А если ваши товары не были проданы, мы как компания Infinii, мы держим ответственность, несем ответственность за это, и поэтому вам будут возмещены кредиты за те товары, которые не были проданы. So you will receive a credit for any of the other new features or new updates or new products that we will be unveiling with Infinii. Unveiling meaning? Showing, like our new marketing system and other products that will be released very soon. So basically anything that's not being sold, the partner will receive the credit for it. The partner will receive a credit and they can use it on future enrollment or they can use it on our marketing system that's coming in April. То есть мы далее будем говорить о маркетинговой системе, которая предстоит к выходу в апреле, но тем не менее, все товары или услуги, которые вы не смогли продать через Springboard, за это вам будут возмещены кредиты, которые вы сможете впоследствии использовать для ваших новых покупок. So I know I want to move through our presentation. I've got a little bit of an order I want to change. These are some updates I wanted to share with you. Итак, далее, двигаясь в нашей сегодняшней презентации, есть кое-какие обновления, с которыми я хочу с вами поделиться сегодня. I'm sure that you know by now that Infinii built its reputation on teaching successful e-commerce. Вы наверняка уже знаете, что Infinii имеет очень успешную историю к обучению электронной коммерции.
We are the world leader in e-commerce environment, and we're the largest e-commerce community in the world. Мы являемся лидерами электронной коммерции, а также мы являемся одним из самых больших сообществ партнеров, где занимаются электронной коммерцией в мире. Now, as a business, e-commerce is exploding all around the world. Естественно, как бизнес, электронная коммерция, она развивается очень стремительно по всему миру. Over the last 3 months, our new users have already generated more than $25 million in sales. За последние 3 месяца наши новые пользователи смогли сгенерировать прибыль более чем 25 миллионов, смогли сгенерировать продажи более чем на 25 миллионов долларов. And this $25 million is all from new participants, so people with no experience. И эти продажи в 25 миллионов, это продажи, которые были сделаны новыми партнерами, новичками, то есть вновь прибывшими, вновь присоединившимся к бизнесу. Our number one focus has been to make sure that our Russian family has all of the tools and all of the support that you need to create these types of results for yourself. И, естественно, наша задача как компании – это сделать все возможное, чтобы и также сделать все необходимые инструменты, создать ту атмосферу, где и на российском рынке, на русскоговорящем рынке у вас были, у вас была бы такая же возможность добиться таких же результатов или лучше. So we do have a new Russian trainer that we want to introduce to you. Her name is Olga, and she has been involved in e-commerce for some years now with very significant success. Мы также хотим по этому поводу представить нового тренера по электронной коммерции. Ее зовут Ольга. У Ольги за последние несколько лет был невероятный успех в электронной коммерции. You've all met Bill in a previous webinar. Bill is from Greece, and he has been incredibly successful with his e-commerce career. He is now our official international coach. Вы также наверняка знакомы с Биллом. Билл сам из Греции, и Билл на данный момент является уже официальным тренером компании Infinii. Now, Bill's team has very successful e-commerce members in multiple countries around Europe, including Russia. У Билла команда, которая насчитывает огромное количество человек по всей Европе, включая Россию. So the first thing that we're going to do is we're going to start a new masterclass series just in Russian language, just for Russian participants. И первое, что мы хотим сделать, первое, с чего мы начнем, это с того, что в ближайшее время будут проходить мастер-классы непосредственно на русском языке для русскоязычного рынка. So Infinii is going to invest time and money to make sure that you have everything you need to become successful. Поэтому Infinii готова сделать все возможное, а также инвестировать время и деньги для того, чтобы вам, партнерам на русскоязычном пространстве, чтобы вы могли добиться такого же успеха, а то и лучше. And you will have free access to all of this training until we're ready and have everything you need in order. И поэтому эти тренинги, эти мастер-классы, они будут доступны для каждого из вас. И также мы будем проводить эти тренинги до тех пор, пока мы не поймем, как компания, что рынок готов, что команда готова двигаться дальше на полных парах, как говорится. So your first training in Russian language will be a new masterclass. Sorry? Their first training in Russian language will be a masterclass. Ваш первый тренинг на русском языке это будет, естественно, мастер-класс. We will also have a second training for you
that will be, we call e-commerce 101. So e-commerce basics, where you will also have an opportunity for questions and answers. Второй тренинг мы называем его «Электронная коммерция 1.1». То есть это действительно азы, это действительно база к электронной коммерции, чтобы вы могли действительно располагать тем фундаментом, который необходим в дальнейшем, для дальнейшего развития этого бизнеса. And we are going to teach you something that the American students do not have access to as easily. Мы также хотим помочь вам научиться тому, чему, например, американским студентам, американским партнерам не так легко получить доступ. So we're going to teach you how to capitalize on e-commerce in the United States. Мы научим вас, каким образом преуспеть в электронной коммерции непосредственно на пространстве Соединенных Штатов. But we were also going to teach you how to capitalize on e-commerce in the United Kingdom. Также мы поможем вам разобраться, каким образом преуспеть на рынке, например, других англоязычных стран, как Соединенное Королевство, Великобритания, то есть Англия и так далее. And as you can see from this post that was made by your new trainer, she is earning British pounds, and she is also earning US dollars. So she's participating in both markets. И как вы увидите из примера вашего нового тренера, Ольги, вы видите, что она получает прибыль как в фунтах, так и в долларах, потому что она работает на обоих рынках, и на Штаты, и на Англию. If you've ever heard me present, you will have heard me say that global e-commerce in 2015 was 1.6 trillion US dollars. И если вы слышали мои презентации, то я вам говорил, что в 2015 году успех продажи по части электронной коммерции составляли более 1.5 триллиона долларов в 2015 году. Now 1.6 trillion is coming from only 1.5% of retail sales. И вот эта цифра, да, 1.6 триллиона долларов, это происходит менее чем от 1.5% продаж в принципе. As more and more shoppers around the world start to use their iPads or their laptops or their phones to buy items, 1.5% will increase to 2% and 3% and 5% and 10% over time. И, конечно же, через время мы уже будем наблюдать, как наши покупатели от 1.5% вырастут до 2, до 3 и до 10, потому что все больше покупателей делают свои покупки через телефон, iPad, компьютер и так далее. Таких людей, таких покупателей будет все больше и больше. This will cause e-commerce sales globally to continue to surge up. Естественно, мы с уверенностью можем говорить, что с такой тенденцией глобальные продажи в электронной коммерции будут все больше расти и расти. And as new markets are identified, we will continue to teach you how to profit from these new markets as well. И когда естественно, в эту игру будут вступать новые рынки, да, абсолютно разные страны, новые рынки, мы будем также с таким же усердием обучать вас, каким образом преуспевать на этих рынках. Now, you know, I'm from Canada. I'm the vice president of marketing, and I've been involved with InfiniEye since the inception of the company. And many people ask me in Canada and the United States why they need the InfiniEye platform. Why can they not just do this by themselves or watch YouTube videos?
И, конечно же, вы наверняка знаете, что лично Джон из Канады, и Джон является вице-президентом Infinii по маркетингу. И его очень многие спрашивают, почему именно мы, в чем преимущество платформы Infinii, в чем преимущество компании, почему бы нам просто не посмотреть какие-то тренинги на YouTube? It's predicted that e-commerce is going to continue to surge and be one of the largest trends in the world for many years to come. Причина этого является один из моментов, что электронная коммерция в последующие года, в последующие несколько лет, это будет одна из самых востребованных видов отрасли, то есть эта часть бизнеса, этот вид бизнеса будет еще больше развиваться и прогрессировать. And right now, e-commerce as a trend is very young. И на данный момент электронная коммерция как тренд все еще молод, это достаточно новый тренд. The rules for Amazon and eBay are changing very quickly. Правила по Амазону, правила по работе с Амазоном и eBay меняются очень быстро. If you built an e-commerce business today using the rules from 6 months or 1 year ago, you could very easily have your Amazon account canceled. Если вы захотите строить свой бизнес на eBay или Amazon, используя правила или используя определенные порядки, которые соответствовали этим компаниям, например, 6 месяцев назад или год назад, то вы очень быстро поймете, что ваш бизнес не движется и что ваш аккаунт будет заблокирован просто-напросто. So things in this world of e-commerce are changing very quickly. Причина этого является того, что в электронной коммерции все очень быстро меняется. Now the other thing that is a very serious benefit to membership in Infinii. Другим отличным преимуществом членства в Infinii является то, что we've committed for all of our training to constantly be evolving and constantly be updating so that you are always following the current rules of global e-commerce. Мы непосредственно как компания, мы не только несем ответственность, это наш прямой интерес, чтобы наши партнеры обладали наиболее новой, наиболее достоверной информацией, а также имели доступ к наиболее новым правилам, касающимся этих компаний. То есть, таким образом, наши партнеры всегда будут иметь доступ к самой достоверной информации. So your first benefit of participation in Infinii is constantly updated training. И, конечно же, одно из важных преимуществ партнерства в Infinii – это то, что у вас всегда будут самые обновленные тренинги, доступ к самым обновленных тренингам, которые только существуют на сегодняшний день. Your second benefit will be all of our tools, e-commerce tools. Конечно же, следующее преимущество – это то, что у вас будет доступ к нашим, к всем инструментам электронной коммерции, которые сейчас только имеет. If you are new to our meetings, you may not know the average Infinii user on eBay is 6 times more successful than someone not using Infinii. That someone is not? Sorry? Yes. If you're an Infinii member, you are 6 times more successful selling on eBay than someone who's not an Infinii member. И если рассматривать статистику, то вы обнаружите, что развитии бизнеса на eBay партнеры Infinii имеют шансы более чем 6 раз превышающие остальных людей, которые
также работают с eBay, но не являются партнерами. То есть действительно здесь показывается, что партнерство с Infinii увеличивает шансы успешного разбития бизнеса на eBay и других сайтах. And our members, Maya, are 7.2 times more successful on Amazon than non-Infinii members. То есть мы только что обсудили, насколько более успешны наши партнеры на eBay, да, как минимум в 6 раз. Что касается Амазона, то по статистике это 7.2, как минимум 7.2 раза наши партнеры более успешные, чем на Amazon, чем остальные пользователи Амазона. So this is very significant success. Естественно, это успех, который достаточно, это впечатляющий успех, это очевидный успех. And we see this Infinii advantage across the whole company in multiple countries. И мы видим эти преимущества Infinii на разных рынках по всему миру. And we will continue to extend these advantages and develop new technology and new training for you in the future. И наша задача в том, чтобы продолжать поддерживать эти преимущества, улучшать эти преимущества благодаря тренингам, инструментам и обновлениям, которые предлагает компания. But the first step is to teach you the basics. Но опять-таки начнем с первых шагов, и первый шаг – это база. Необходима база для наших партнеров. And we are very excited that we have some very qualified trainers ready to begin teaching you. И мы невероятно воодушевлены тем, что у нас есть тренеры, которые смогут вас обучить всем необходимым навыкам для того, чтобы на русскоязычном пространстве вы могли также успешно развивать бизнес электронной коммерции. But Infinii wants to add more trainers that speak Russian for you in the future. И, конечно же, наша задача состоит в том, чтобы таких тренеров появилось еще больше. And we want these trainers to come from you, you listening. И мы хотели бы, чтобы эти тренера, чтобы они произошли из вас, то есть люди, которые сейчас слушают, партнеры, которые сейчас слушают этот тренинг, этот звонок. Мы хотим видеть вас в качестве тренеров Infinii. So at the end of our 6 weeks of masterclass in Russian language, we will have a test. A test that's available to all members, and if you are interested in also earning money with us as a professional teacher, we would love to have you take this test and attempt to be one of our Russian language teachers. И, конечно же, мы хотим предоставить вам возможность, это уникальная возможность, где по окончании шестинедельного срока мастер-классов мы будем проводить тест. Каждый может принять участие в этом тесте. Помимо того, что вы уже будете иметь возможность зарабатывать серьезную прибыль с компанией, мы также хотели бы, если вам так угодно, мы также хотели бы видеть вас в качестве тренеров по успешному прохождению данного теста. Remember that the American Infinii family has a two-year advantage, a two-year head start on you. И, конечно же, важно помнить о том, что, скажем так, наша американская семья, Infinii, да, по части наших американских партнеров, у нас есть преимущество в виде 2 лет успешной работы с этим продуктом. And our members in the United States have earned more than $400 million US dollars in e-commerce profits. И наши партнеры на американском рынке заработали более 400 миллионов долларов в электронной коммерции. We know how to create these results again with our Russian family. И мы знаем, как повторить эти результаты, как сделать то же самое для нашей русскоязычной семьи. So you just need to decide if you want to be someone earning these e-commerce profits, because we are fully invested in making sure that you learn how to do it.
И задача состоит в том, чтобы вы для себя решили, готовы ли вы идти с нами дальше, потому что мы полностью подготовлены для того, чтобы вывести эту компанию совершенно на другой уровень. Okay, so some more information I want to share with you. Итак, следующий этап мы переходим к дальнейшим обновлениям. Infinii Market has been something we've been planning for a long time. Рынок Infinii – это то, что мы планировали уже достаточно на протяжении длительного времени. То есть Infinii Market, да, дословно рынок Infinii. The original concept was for Infinii company to find many wholesalers discounted product prices that you can choose from the market and sell on Amazon or eBay or Bonanza. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы найти оптовых посредников, да, которые продают оптом, также найти производителей, благодаря которым мы как компания Infinii, это все было рассчитано непосредственно для компаний, задача стояла в том, чтобы найти людей, которые предлагают те же товары или другие товары по гораздо более заниженным ценам и предоставлять эти товары для продажи на Амазоне. As Infinii members, you also have the ability to invite friends of yours who are wholesalers or who manufacture products to also list those products inside our marketplace. Вам, будучи партнерами Infinii, у вас также есть эта возможность, где вы можете приглашать своих людей, своих друзей, которые являются производителями товаров, или люди, которые и имеют доступ к оптовым товарам, к оптовым товарам по очень заниженным ценам. Вы также можете приглашать этих людей в партнерство в Infinii. Now, when we were speaking about Springboard, if you have a product that did not sell and are going to receive a credit, you would be able to use that credit inside the marketplace. И если у вас на Springboard были товары, которые не продались, вы сможете за эти товары получить кредит от Infinii, и вы сможете его далее использовать на этой площадке Marketplace. Now the Marketplace will continue to grow. Phase one is as a tool to help you be more profitable in your e-commerce business. И на первой фазе задача Marketplace состоит в том, чтобы помочь вам еще более, естественно, преуспеть, то есть дифференцировать свой профиль на Infinii и использовать Marketplace для того, чтобы еще больше преуспеть. In phase two, you will also be able to bring your favorite businesses into the marketplace. Во второй фазе вы сможете приглашать те бизнесы, которые предоставляют возможности или оптовые товары, или заниженные, вы сможете приглашать эти бизнесы для того, чтобы они участвовали в marketplace. Таким образом вы тоже сможете зарабатывать деньги. In phase two, you can bring in restaurants, and coffee shops, and movie theaters, and clothes stores. Anything that you can think of, we have a space for them in the marketplace. Во второй фазе вы сможете приглашать как рестораны, кинотеатры, кофешопы. Вы сможете приглашать все, что вы можете себе придумать, да, это может быть магазины одежды и так далее. Вы сможете приглашать эти бизнесы для того, чтобы они участвовали в marketplace. So phase two will be in a very exciting addition to Infinii, and will be something for your friends to build if they do not choose to build their own e-commerce business. И мы с предвкушением ждем второй фазы, потому что это предоставит возможность друзьям, бизнесам, которые вам нравятся, если люди не хотят заниматься электронной коммерцией,
вы сможете все равно приглашать этих людей для того, чтобы они получали прибыль. И вы, соответственно, тоже. If you are familiar with WordPress, WordPress is used for blogging, writing your own blogs or building your own websites online. You can see that it's very easy for vendors or business owners to participate in the marketplace. А если вы уже знакомы с таким понятием, как блогеры, да, где отдельные бизнесы создают свой веб-сайт, создают свои блоги, странички, рассказывают о своем бизнесе, такая же приблизительная схема будет и на marketplace, то есть ваши производители, они смогут пользоваться теми же преимуществами, как и блогеры. The vendor simply selects the category for their product, some detailed information about their product, some pricing, wholesale pricing for their product, and then they can add their own photographs or they can pull photographs from the internet. Ваши непосредственные производители или оптовики, да, кто имеет возможность выставлять товары по очень заниженным ценам напрямую, они смогут самостоятельно с помощью нашей платформы создать свой блог, описать, войти в категорию товаров или услуг, которые они хотят, описание товаров или услуг, картинки и так далее. То есть они смогут создать свою как бы страничку и категорию на marketplace. When phase 2 launches, your local businesses will use the same interface to load specials from their businesses into the marketplace. Когда войдет в запуск вторая фаза, производители и оптовики смогут таким же образом делать обновления и выставлять свои товары непосредственно на marketplace и участвовать в этом всеобщей прибыли. Now we are also releasing a new website, a new .com. Мы также собираемся запустить новый веб-сайт. Это будет новая страничка .com. You will see this in the next 2 or 3 days. Вы сможете увидеть этот сайт в ближайшие 2-3 дня. You will also see payment solutions. Вы сможете увидеть, что появятся новые способы оплаты. We will have other solutions for you. If you do not want to use credit card, you'll be able to use bitcoins, you'll be able to use cash, dealing with local banks. So we'll have many changes for you there. По части оплаты будет много обновлений. Вы сможете, для тех, кто не хочет использовать кредитные карты, вы сможете оплачивать, например, с валютой биткоин, или вы сможете оплачивать наличными деньгами через ваши местные банки. We are making these changes now to be prepared, because when the full marketplace launches for you, business is going to grow very quickly, and we need to make it as easy as possible for your friends to join Infineon. И, конечно же, все эти обновления мы делаем с наибольшим вниманием, и мы делаем для того, чтобы, как только запустится marketplace, бизнес будет очень-очень стремительно развиваться. Поэтому нам необходимо быть всем готовым для того, чтобы вашим новым партнерам, вашим друзьям было очень легко и просто развивать этот бизнес с Infineon. We will also have what we call infinite builder packs available to you. That's gonna be not easy to translate. Infinite builder pack. You can call them Infineon builder packs. Также в ближайшее время появится новое понятие, сейчас Джон расскажет об этом более подробно. На английском это называется Infineon Builder Pack, это то есть будет специальный пакет, который как бы строит бизнес, да, пакет строителей, дословно пакет строителей Infineon, но тем не менее он будет включать в себя много разных моментов. So, Maya, I'll describe what a builder pack is.
please. Okay. So a builder pack is for people who do not want to pay for a membership every month. Этот пакет, да, то есть builder pack, пакет строителя, это дословно, я думаю, что появится в ближайшее время термин, который мы на русском, на русском языке сможем использовать достаточно уверенно. Этот пакет будет предназначен для людей, которые не совсем хотят быть, скажем так, членом кружка и ежемесячно оплачивать членский взнос. So, for example, I could pay for 6 months of Infinii access in one builder pack, so that I only have to make 2 payments each year. Таким образом, для участника Builder Pack, для участника пакета строителя, необходимо будет выплачивать доступ, оплачивать доступ к Infinii к платформе 5 за 6 месяцев. Таким образом, в год оплата производится в 2 раза. Now, we all know that a Prime membership is $49.95, basically $50 per month. Мы все знаем, что партнер Prime, партнер платформы Prime оплачивает $49.95, то есть приблизительно $50 в месяц. Now 6 months of Prime would be $50 times 6, which equals $300. But a builder pack will give you a free month, so you're actually getting 6 months access for only $250. Разница будет в том, состоит в том, что, например, партнер пакета Prime, если посчитать за 6 месяцев, да, 50 на 6 – это $300. $300 за 6 месяцев. Где пакет строителя, Builder Pack, будет стоить за 6 месяцев $250. And as you begin to build your business, in 6 months' time, we can charge you your next builder pack from your profits in your wallet, so you may never have to pay again. И когда вы начинаете выстраивать свой бизнес с пакетом Prime, через 6 месяцев, допустим, у вас уже образуется достаточно серьезная прибыль, вы будете получать ежемесячно и так далее. И из ваших кредитов мы сможем уже вместе вы сможете оплатить Builder Pack, пакет строителя, на ближайшие 6 месяцев автоматически. Таким образом, вам не нужно будет выплачивать ежемесячную оплату за свой пакет. Now, here's the best part. А сейчас еще самая интересная часть всего этого. Okay, so if one of you signed me into your business, Допустим, возьмем такой пример, если вы кто-либо из вас подписал меня в свой бизнес. And I join with a Prime Builder Pack. И Джон присоединяется к компании, как, например, член Prime, да, то есть по пакету Prime, Builder Pack, Prime пакет строителя. I am going to get 6 months access for 5 months cost. So $250 for 6 months. И таким образом я, как ваш новый партнер, присоединившись к Builder Pack, я оплачу $250, то есть, по сути, 5 месяцев оплаты членского взноса пакета Prime. Now you will receive all 250 BV right away. Вы, как рекрутер, как человек, меня подписавший, вы получите сразу бизнес-волюм, BV, на $250. So it will come to you all at once instead of month by month. Таким образом, вы получите этот бизнес сразу же, вместо того, чтобы получать его месяц за месяцем. And this is going to make building your business and profiting from the rewards plan much faster. Таким образом, вы сможете и как и выстраивать свой бизнес, так и получать прибыль от вновь рекрутированных партнеров гораздо быстрее. So, I'm very excited about the builder packs. We're going to release them in Europe
Asia and South America. Этот пакет Builder Pack, пакет строителя, мы запустим в ближайшие несколько месяцев в Европе, на европейском рынке, рынке Азии и Южной Америки. And we are not going to start billing you until the builder packs are ready and until all the payment solutions are ready. Мы не будем брать с вас взносы за ваши пакеты до тех пор, пока пакет Builder Pack не будет готов и пока мы не будем полностью готовы со всеми способами оплаты на ваших рынках. So you will receive a new replicated website, infinii.com. У вас будет доступ к новому веб-сайту, это веб-сайт-реплика. And this website will be in Russian language for you. Этот веб-сайт будет полностью на русском языке для вас. You will also have 3 very short videos that will teach your friends about what is Infinii, how our product works, and how to make money with it. Также на этом веб-сайте, который специально разработан для русскоязычного рынка, будет 3 вступительных видео, где будет рассказываться, что такое Infinii, каким образом, как он работает и каким образом зарабатывать деньги с этой компанией. They will be able to learn about e-commerce and how quickly it's growing around the world. Вашим новым партнерам у них будет доступ узнать, как работает электронная коммерция, что это за тренд и как можно зарабатывать деньги с этим трендом. They will get more detail about all 3 of our product packages. Естественно, также будет возможность узнать больше о наших различных продуктах, да, о различных пакетах, которые мы предоставляем. And they will also have access to 9 videos, each of them very short, talking about the 9 different ways we can make money within the rewards plan. И также на этом сайте будут предоставлены 9 специальных коротких видео, где можно будет узнать о 9 различных способах заработать с Infinii. So when their friends join their businesses, we can get their friends profitable as quickly as possible. Таким образом, когда ваши друзья присоединятся к бизнесу, мы сможем помочь им получать прибыль очень быстро. Okay. So the last thing that I would like to share with you this evening is a little bit of information about our cold marketing system or our lead generation system. Следующее, о чем я хочу с вами поделиться в завершении, это наша стратегия или наша система, как работать с холодным рынком. This may surprise you, but many Infinii members have signed up 50, 100, 300, 500 people from cold marketing systems, signing up strangers online. Это может звучать удивительно, но очень много из наших партнеров подписали своих новых членов в команду. Это может быть 50, 100, 300, то и 500 человек, абсолютно неизвестных им людей. И это все холодный рынок, холодные контакты. I know some Infinii members that have signed more than 1,000 people into their business just from online marketing. И я знаю несколько партнеров, которые подписали 1000 новых партнеров в Infinii, и это люди, которые абсолютно незнакомы их, но это люди, пришедшие благодаря онлайн-маркетингу. Now, what is important for you to understand is that as e-commerce continues to grow in popularity, it will only become easier to have success
signing strangers online into your business. И как вы понимаете, при таком потенциальном росте Infinii, при такой тенденции к электронной коммерции, подписывать людей, рекрутировать людей в свой бизнес через онлайн будет гораздо проще. We have built a system for you specifically to add strangers anywhere in the world into your e-commerce business. Мы специально разработали для этой системы, где вы можете абсолютно незнакомому человеку предложить эту возможность. And once it launches, we will also have another Russian language training for you so that you can learn how to use the system and then learn how to become an expert with the system. Когда система уже будет абсолютно полностью готова к запуску, вы получите следующий тренинг, следующий мастер-класс, где вы будете иметь точное представление, каким образом работать с рынком холодных контактов и каким образом, какие есть инструменты для приглашения незнакомых людей в бизнес. It is very important to me that you understand that we at Infinii are very committed to the Russian market. И я бы очень хотел опять-таки повториться, возможно, но хотел бы вам сказать, что мы невероятно привержены к этому рынку, мы невероятно ценим и поддерживаем российский рынок. We understand that things have not gone as smooth as you or us would have liked in the beginning. И мы понимаем, что, возможно, поначалу все шло не так гладко, как хотелось бы нам, естественно, как хотелось бы и вам в том числе. But we are very confident that you will be excited and successful if you use what we are releasing for you. И мы уверены, что при условии, что вы будете использовать то, что мы хотим вам предоставить, и те обновления, эти инструменты, которые мы хотим вам предоставить в ближайшее время, при их использовании вы сможете добиться такого же успеха, как вы хотите. I've been in network marketing for more than 20 years. Я лично в сетевом бизнесе уже более 20 лет. And when you see what we are releasing for you, I think you will be as excited as we are. I've never seen an easier story to tell or to sell than what we will be releasing for you. И с моим опытом я еще не встречал наиболее простых сообщений, наиболее простых способов объяснение новым людям, объяснение друзьям, что такое компания, что является нашим продуктом, какие преимущества и так далее. Более простого способа, более простых инструментов я еще не встречала. Я думаю, что вы будете так же воодушевлены, как и мы. So let's do a very fast recap, Maya. Давайте еще пройдемся быстренько, потому что мы уже успели сегодня с вами обсудить. Okay. So if your springboard item has sold, you will see when you check history. Итак, первое, с чего мы начали о том, это об отчетности springboard. Если ваш товар был продан, вы сможете это рассмотреть в окошке check history, проверить историю. If it has not sold, we are going to support you by buying it back from you and giving you a credit. Если ваш товар не смог продаться, мы вас поддержим и перекупим этот товар у вас и вернем вам кредит. This credit can be used for products in marketplace. It can be used towards your builder pack, your future enrollment. It can be used towards the cold marketing system that we just talked about. Эти кредиты могут быть использованы как для покупки новых наименований на Marketplace, так и для оплаты членского взноса, например, за Builder Pack, за пакет строителя. Вы также сможете использовать эти кредиты для онлайн-маркетинга холодного рынка.
Marketplace is going to be a very exciting future for you within InfiniEye. Marketplace, да, это рыночная площадка, представляет собой невероятную область, невероятную часть бизнеса InfiniEye, где вы сможете получать достаточно хорошую прибыль. We have a Russian trainer that's going to meet with you twice a week for a masterclass and questions and answers regarding e-commerce in Russia. По части тренингов мы очень воодушевлены тем, что с нами нас будет поддерживать русскоговорящий тренинг, тренер, с которой вы будете встречаться два раза в неделю на мастер-классах, где будете узнавать еще более конкретные детальные информации по части бизнеса, а также вы будете получать ответы на свои вопросы. You are going to receive new marketing tools and a new website, new marketing videos and new compensation videos all in Russian language. По части переводов для этого специально разрабатывается веб-сайт на русском языке, будут предоставлены новые маркетинговые инструменты, тренинговые инструменты, а также видео, промоушен видео, и это все будет на русском языке, включая компенсационный план и другую необходимую информацию о компании. You are going to have access to infinite builder packs to make enrollment much easier for all of you. По части этого нового пакета Builder Pack, пакет строителя InfiniEye, естественно, у вас появится доступ к этому множеству, и с этим пакетом вам наверняка будет еще проще строить свой бизнес. And finally, you will not be billed until all of these items are ready for you. И в конечном итоге или в завершении сегодняшних обновлений хочу сказать, что по поводу всех этих новшеств вы не будете получать счет, с вас не будет списываться членский взнос до тех пор, пока все эти обновления не войдут в полную силу. After the weekend, we will release a schedule for e-commerce training. После этих выходных мы разошлем расписание ваших тренингов по электронной коммерции. Alexey, is there anything that you would like to add before we close? Алексей, хотели бы ли вы что-либо добавить со своей стороны? Maybe we've lost his connection. I have a tricky question, may I? I'd love to hear your question. Okay, so you're saying that so billing, for example, is not going to happen until everything is launched and ready. Any dates? I think that's going to be the major question from the audience. Yeah, just I think feeling. Basically all of the members will probably get the month of April for free while we're finishing all of this. So what that means is we will have e-commerce training, e-commerce masterclass. They'll have access to all the tools and all the tutorials all for free until we're ready. And I think that we're probably three weeks away. They can build their business now and they can make money now while they're waiting for free. Mm-hmm. Thank you. Вопрос был задан господину Джону о том, что мы говорим о сроках. Да, если говорить о сроках, когда ожидается запуск этих всех невероятных обновлений и до какого времени партнеры русскоязычные смогут также работать, получать прибыль, и тем не менее с них не будет сниматься членский взнос. Значит, Джон ответил, что обновления рассчитываются к запуску в ближайшие 3 недели, но тем не менее, скорее всего, еще апрель будет включен как месяц безвозмездный для русскоязычных партнеров. So please enjoy the tools,
Please enjoy the training. Please enjoy the World Hockey Championships, all coming up in April. И таким образом Джон хотел бы надеяться, что сегодняшний звонок был важен и достаточно хорошая информация была предоставлена касательно обновлений. Надеюсь, что вы с удовольствием будете пользоваться и тренингами, и другими инструментами маркетинга, которые будут в ближайшее время предоставлены вам. Желает вам успеха, естественно, и также желает счастливой недели хоккея, всемирного хоккея. And let's hope that Canada and Russia are playing in the final game. И будем надеяться, что и Россия, и Канада сыграют в финальной игре. So, listen, it's Saturday night. Enjoy the rest of your evening. Enjoy your day tomorrow. And we look forward to speaking with you soon. We will have our training schedule released at the beginning of next week for you. Джон очень надеется, что вы приняли с воодушевлением обновления, о которых и информацию, о которых мы сегодня говорили в этом звонке. Понимаю, что сейчас выходной день, не хотел бы никого задерживать от дальнейшего наслаждения этими выходными. В ближайшее время, то есть после выходных, появится расписание тренингов, и надеяться, что это будет очень приятно, с воодушевлением встречено всеми партнерами. So thank you very much, Maya. Thank you, Lexi, and thank you to all of you listening. Благодарю всех присутствующих за то, что вы сегодня были с нами на этом звонке. Благодарит Алексея. И надеюсь, перевод был хороший. Не вижу обратной связи. Но тем не менее, всем спасибо за то, что сегодня нас слушали. We'll see you next time. И до скорых встреч.